Привет, я Алекс. Как хорошо, когда государство заботится о своих гражданах. Сегодня я получил свои очки. Абсолютно бесплатно. Я мигрант, не работаю, поэтому у меня бесплатная медицинская страховка, которая полностью покрывает получение очков. Расскажу подробнее про процесс. Примерно неделю назад я обратился к своему лечащему врачу и сказал, что мне нужны очки. Он мне дал список оптик, куда можно обратиться. Я пошел в одну из них, показал там свой медицинский сертификат, и они меня направили на диагностику, на проверку зрения. После этого они сказали мне выбрать оправу. Я мог выбрать любую оправу до 49 условных единиц местных. Там, конечно, были разные, дороже, но бесплатно именно только до 49 условных единиц. Ну, будем говорить долларов. Я выбрал оправу, и мне сказали, через неделю подходите, будет готово. И вот сегодня я получил свою оправу. Также мне дали бесплатно чехол для очков. Я немного даже удивился, когда мне консультант сказал, что чехол также бесплатно. И сейчас я вам покажу примерно, как выглядит моя оправа. Я плохо вижу далеко, у меня зрение минус 2, минус 1,5. И в этих очках я реально вижу очень четко. Очень хорошие очки. В России я делал очки, но они не были такими четкими. Да, здесь на Западе все намного лучше, чем в Рашке. Очень приятно, когда государство не только у тебя забирает налогами и прочим, как в убогой Рашке, но и дает что-то взамен, как здесь. Всем спасибо за просмотр.